Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force. Так, ну что, друзья мои, сегодня было небольшое обновление. Так, ежедневные цели, налет. Так, а самое интересное, что, ребята, мне открылось очень много событий. И я хочу сегодня... Ох, ничего себе! Друзья мои, я хотел вербовать сегодня темного ястреба. А с какого перепуга мне дали... Джубили и Человека-паука-симбиона? Я не знаю. Прикинь, у меня должен был один быть. А с чего? Я что-то, ребята, пропустил? Ну-ка. Нет. А почему такое произошло? Я не знаю, друзья мои. Хорошо, я только за... Так, герой, город, био, буяны, пауч вселенной, симбионты. Так, человек, паук, симбионт. Образуя постоянную симбиотическую связь с Веномом, Человек-паук жестоко разделывается с врагами и усиливает своих союзников симбионов. Так, вербуем, друзья мои. Опупеть. Так, две звездочки, ребята, у него всего лишь две, ну, ничего страшного. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Наносит основной цели 100% урона и с 25% шансом накладывает ослабление защиты. Также атакует до 1-2 ближайших целей, может возвращаться к уже пораженным целям, нанося 60% урона и с шансом 25% накладывает на каждую цель ослабление защиты. Эту атаку нельзя ответить контратакой. Так, второе, ребята, это паучья рогатка. Наносит основной и ближайшим целям 60% урона и продлевает действие... одного отрицательного эффекта на каждой цели на один. Слушай, прикольная штука. Отлично. Так, друзья мои, ну, наконец-то, Джубили. Я на нее, блин, копил. Собирался ее там это. А теперь мне ее просто так вот дали. Значит так. Джубили, Аболтус и фабрика фейерверков, которые используют свои взрывающие плазмоиды, чтобы ослепить зануд, пока ее союзники раздают тумаки. То есть она просто эти петарды, я так и думал, ребят, что она просто петардами пшикает. Как мы видим, у нее две звезды, залп фейерверков и плазмоноидная вечеринка. Так, ну что тут этот? Наносит основной цели 70% урона и с шансом 10% накладывает ослепление. В рейдах всегда накладывает ослепление. Так, плазмоноидная вечеринка дает усиление атаки, наносит основной цели 80% урона и призывает на помощь одного случайного союзника из удивительных людей X, который наносит 50% урона. Этой атаки невозможно избежать и ее нельзя заблокировать. В случае убийства распространяет один отрицательный эффект с основной цели на всех остальных врагов. Не распространяет оглушение. Окей, друзья мои. И вот он, темный ястреб. То есть, друзья мои, у меня будет полностью собрана команда Пегаса. Обнаружив инопланетный амулет, Крис Пауэлл стал андроидом, темным ястребом, который дает энергию, способности союзникам и замедляет врагов. Знаете, что мне это напоминает? Гайвера. Смотрели, ребята, фильм Гайвер? Вот что-то типа того. Ну что, вербуем. Так, у него три звезды, стальное крыло открывается и луч хищника. Стальное крыло наносит основной и ближайшим целям 80% урона. Когда этот персонаж проводит контратаку или приходит на помощь, дает еще и отражение. Так, луч хищника наносит основной и ближайшим целям 100% урона и накладывает разрушение и ослабление защиты. Накладывает на персонажа и ближайших союзников типа техно усиление атаки. Шикарно. Ребят, шикарно на самом деле. Три персонажа вместо одного сегодня мы открыли. Так, дай-ка я посмотрю, что у нас тут в наградах есть. О, хорош. Так, понятно. Сгодится. Блин, ну ты же у меня, по-моему, по максималке прокачана. Так, этот подойдет. И этот тоже подойдет. Так, ну да. Получить. Так, здесь у нас денег нет. Точнее, жетонов.
Здесь пока все, ребят, тоже кисленькое. Давай здесь тогда заберем. Кстати, вот это я, пожалуй, прикуплю. Все. Это нам понадобится. Так. Мне главное, чтобы хватило на апгрейд. Если мы с тобой сегодня апгрейдим нашу пустельгу, это будет круто. Поэтому мне нужны будут ресурсы для этого. Так, ну что, давай смотреть дальше. Так, этапы. Налет. Налет уже все. Так, подбор начнется через столько-то. Эпическая кампания. Да, ребят, мне нужно в эпической кампании. Блин, Халка бы как-то вот, не знаю. Ну, как вот его, ребята, а? Блин, хотя бы, чтобы еще один боец был. Эти слабаки, блин, они не тянут. А Халка, блин, не получится прокачать, да? Блин, 75 уровень нужен, ребят. Ему нужен 75 уровень, чтобы он мог носить. Но может, в принципе... Может быть, мы как-то с тобой накопим? Давай-ка, подожди, посмотрим кое-что. Так, здесь мы с тобой забираем все эти награды. Так, участвовать и закупить 3 припаса. Давай купим припасы. Ох, тут еще ястреб есть. Так, возьмем здесь. Давай тут купим. Тут вообще ноль. Так, вот это приобретем. Так, что у нас еще тут? Давай это возьмем и вот это. Так, завершаем. Что у нас тут? Блин, мне нужен Крейвен. Хочу его тоже открыть. Так, сразиться в рейдах. Участвовать в ИЗО. Так, у нас, блин, энергии очень мало, ребят, для ИЗО. Так, этапы. Блин, кредитов на опыт не дают. Тут две, там две. Мало. Ладно, сейчас будем Иза. С тобой, наверное. Оу, событие закончилось, друзья мои. Жаль, очень жаль. Так. Подожди, а что я сюда зашел-то? Мне надо найти вот здесь. Нет, не здесь. Нам надо найти на пустельгу. Вот здесь вот. Найти. Попробуем, ребят. Блин. Мало дает. Очень мало. Блин, еще десяток нужен. Есть. Насобирали, друзья мои. Ну что? Пустелька сейчас у нас, друзья мои, получит повышение. Перейти к матрице. Улучшаем. Ай, красота. Красота, друзья мои. Что еще тут скажешь? Видишь, ребята, у каждого, видимо, свои дались персонажи. Мне удали тех, кого у меня не было. А, нет, смотри-ка, тоже Джубили тоже открывает кто-то. Значит, всем дали такую возможность открыть Джубили. Ты посмотри, как у нас у пустельги. У нас у пустельги, у спасательницы всего лишь по одной не хватает. Звездный лорд. Ну, звездный лорд у меня, по-моему, есть. Так, прекрасно. Ну что, они имеют Иза, да? Все.
Так, давайте мы теперь, знаете, что сделаем? А, у нас еще тут три женевки уже сделались. Блин, кредитов не дают. А мне нужны... Так, паук-призрак, кул-обсидиант. Так, что... что у нас здесь? Где сферы-то? Две сферы написано. А, вот они. Шаттермастер или как-то там? Да ё-моё, это у нас есть. Так, тут у нас сколько? 1238, друзья мои. 1238. Значит, я приобретаю... Подожди-ка. Нет. Так, капается парень. Ну, давай агента Колсона тоже еще немножко вкачаем. Так, и здесь еще две сферы. Так, ну давай вот эти вот. Возьмем элементы. Так, здесь у нас просто снаряга. А здесь у нас... Так, подожди, я уже забыл, кого я тут... А, Хеймдаль я, ребят, решил его... Не знаю, правда, зачем. Может, не стоит Хеймдаля качать? Может, качнуть лучше ведьму? И, а, дрожь, у нас, ребята, дрожь там что-то, помню. Должна, нужна для чего-то. Для каких-то заданий, событий, уже не помню. Для чего точно. Так, Мадлен Прайер. Я только сейчас учел, у меня у не было три звезды только лишь. Ну, давай. Давай сделаем повышение звездности. Так, 750 тут есть что-нибудь? 300, 900. Была бы у меня черная кошка, ребята, я бы, конечно, бы взял бы. Но ее у меня нету. Так, ну здесь все, что смог, я, ребят, собрал. Теперь дай-ка хотя бы гляну, что у меня тут по противникам получается. Но вот этого, например, могу наказать. Так, ну это я уже буду потом делать. Ну что, давай смотреть, что у нас тут. Это я не потяну. А вот это, пожалуй, можно. Я отправился в микровселенную. Да, и думаю, подружусь с микроиксами. А они пропали. А теперь у Фрости их технологии, и мне кажется, это все моя вина. Джубили, нет, не казни себя. Мы найдем их и вернем технологию, все будет здорово. Призраку удалось найти Эмму, она в этом бункере. Пробираемся туда, забираем технологии и уходим. Проникать в такие места наш конек, плевое дело. Неужели? Похоже, вы никогда не пытались проскользнуть мимо меня. О, так если тут мне дали... Ой, так смотри, что мы сейчас с тобой сделаем. О, тут еще и пустельга. Господи, смотри, что я сделаю. Да, 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 да. Я сделаю вот так вот. А ястреб тут есть? Есть и ястреб, привет, есть. Слушай, я ястреба, знаешь, блин, качнуть хотел. Ну давай возьмем. Ну только поменяем его местами. То есть в данный момент у меня вся команда Пегаса. Их же там четверо, да, в этой команде. Ну, конечно, Сокол с первым уровнем быстро, наверное, ребята, получит звездюлей и отдуплится. Фига, лазер прожигает стену. Так, сейчас посмотрим, что к чему и почему. Какие противники, что тут вообще у нас будет. Наташа, ты в этом мире злая. Хотелось бы знать, по какому принципу зачисляют злодеи в микровселенной.
А вы пытаетесь пробраться на базу Эммы Фрост, чтобы что-то украсть. С чего вы решили, что злодей не вы? И да, для нас это просто вселенная. Тогда примите к сведению, что в нашей вселенной вы двое круче в 100 раз. Так-с, давай начнем потихонечку. Так, он уже взял провокацию на себя, Капитан Америка. Замедление повесило Джубина нормально так на всех. Че, в инвиз ушло, да? Ну это ерунда, ребят. Другого и быть не могло. Давай посмотрим, что это такое у нас. Вот так вот. Просто двоечку сдуло. Ну, понятное дело, почему он, ребята, не убил его. Он слабый, первого уровня. Хочу посмотреть, что это такое у него. По одной единичке нанес урона. Есть смысл, ребята, его качать? Есть. А вот кто разберется со всеми. Но тут еще враги будут. Ой-ой-ой-ой-ой. Две гаморы. Одна гамора. Так, твою налево вышли, явились. Хорош. Нормально так. Влупило. Так, будь я доходягой, питающей слабость к белым меховым плащам, где бы я прятала украденную технологию? Уф, ох, божечки, моя голова. Зверюга, ты в порядке? Знаю, я не с твоего мира, но вы, ребята, все равно мне как семья. А ты нам, Jubilation. Тебе известно, где другие люди X? Боюсь, что нет. Эмма подчинила наши разумы, но меня оставила здесь. Она заставила меня открыть доступ к похищенной ею технологии и объединить ее с технологией Мистерио. Она хочет поместить наш маленький мир во вселенскую боевую комнату, а затем встать за пульт управления. Хм, тогда давайте разломаем эту штуку и вернем наших близких. Да, я только за. Лично. 55 карточек на Джубили. Замечательно. Интересно, меня допустят ко второму этапу или нет? Я бы не против бы пройти, ребят, второй этап. Сейчас посмотрим. Оу. Допускает, друзья мои. В нашем мире, в отличие от нашего, Рид Ричардс не на стороне добра. Эмма, вероятно, отправится к нему, чтобы закончить дело, которое она заставила меня начать. Хм, что мистер Фантастик делает на ярмарке в Нидерландах? Долгота, на которой находится Харлемермер, идеально подходит для подготовки иллюзий Фрост. Хм, если мы спасем микровселенную и все такое, то нужно будет обязательно сюда вернуться. Тут так мило! Точно, здесь умеет оттягиваться, нельзя позволить Риду Ричардсу из микровселенной все разрушить. Извините, что мешаю вам развлекаться, мисс Ли. Возможно, я и сам смогу повеселить вас, как умею. Тоже мившивый весельчак. Так, у нас почему-то агент Колсон. Ну, в принципе, ребята, я не против. Агент Колсон имеет неплохой... неплохой. Да. Слушай, заставочки поменялись. Это у нас Шторм, насколько я понимаю. Слушай, ну Колсон, в принципе, ребят, я думаю, что все будет ок.
Позвольте показать, над чем я работаю. Один щелчок переключателя, и реальность становится моим подопытным кроликом. Скотт, Джубили, не дайте доктору Ричардсу активировать это устройство. Поняла. Давайте сломаем эту штуку. Так, ускорение номер 2. Так, стадия 4 здесь будет, да? Мне нельзя, ребята, чтобы вот этот погиб у меня. Ну, пошли, Колсон. Отлично. Нужен нам хил? Ну, давай хильнем, фиг с ним. Просто бумк и все. А это что у нас такое? Еще и замедление вешает. Прекрасно. Давай-ка немножечко здесь почистим. Так, давай, наверное, сделаем хлопушку. Нормально так. И последняя пятерка, ребят. Да, пробафаны мы тут капитально. Просто пробафаны капитально, друзья мои. По-моему, мы с ним крышка. Нет, противник здесь немножко сильнее, чем был там. Так, Карнака будем валить сегодня? Да, Карнака минус. Не понял, что это мы ее не можем завалить. Эй, человек-резинка, это отвалилось от твоей машины? Это что-то важное? В плане стадии завершено. Одна из четырех. Думаете, вы победили? Эмма все еще может включить технологию Ши-Ар. Это был всего лишь дистанционный активатор. Тогда, значит, нам придется взорвать и эту ее технологию. Если это дистанционный активатор, то он посылает сигналы на другие устройства. Я могу точно указать их местоположение, и если вы сможете к ним пробраться, я смогу отключить каждое устройство отсюда. Принято, Пушистик. Папа, ты можешь забросить нас туда? Наверное, то есть, конечно, да, могу. Ты имеешь в виду прямо сейчас? Ну, поехали. Поехали. Так. Слушай, а вот эти сферы, ребята, хорошо, что мы с вами получили. Мы сможем с тобой получить очень много осколков. Лишь бы на нужного персонажа. Нам еще дают. Ядрен матрен, ребят, я поехал. Вы приближаетесь к первому устройству Эммы. Будьте осторожны, она наверняка заставила кого-то из подчиненных людей их сохранять его. А среди их может быть Бишоп, потому что я смотрю прямо на него. Все в порядке, дитя. Фрост отпустил меня после того, как использовал мои энергетические способности, чтобы запитать ее машину. К сожалению, Бобби все еще находится в ее власти. Мне кажется, или тут становится прохладнее. Моя маска запотевает. Тут вот-вот станет гораздо холоднее. Блин, железный человек. Ну хорошо. Хотя на самом деле мне бы хотелось бы кого-нибудь посущественней, чем железного человека. По крайней мере, старая версия. Ладно, давай попробуем вальнуть.
Бобби, очухайся же. Это я, Джубили. Ага, но ты не наша Джубили. Эмма права, я не могу тебе доверять. Знаешь, в кино людей с промытыми мозгами обычно просто бьют по башке. Ага, давай попробуем. Я только за. Так, 16 врагов будет. Ну покажи, парень, на что ты способен. Хорош. Блин, нам надо зачистку сделать, ребят. Снять себе все эти негативы. Что ты там макаешь? На! Акает он мне. Готов. Слепота. А ну-ка. А вот и баф пришел. Поехали бомбить. Надеюсь, мутантов апнут в этой обнове. Внизу написано Гунзон. Так, ну здесь, я думаю, быстро. Ой-ой-ой. Олсон, взорви их там, чертовы бабушки всех. Благо, они разнообразили персов для получения Джубили. Вот оно что. То есть для Джубили добавили просто персов, ребята. Вот почему мне она стала доступна открыто. Четыре красных, видишь? А раньше, по-моему, 5 было красных, да? Бобби, как ты? Все в порядке? Да, в порядке, извините, я клянусь, я больше не позволю Эми забраться ко мне в голову. Я просто рада, что нам не пришлось, ну, типа, измельчить тебя в порошок. Мистер Маккой, эта штуковина в этой, как ее? Ну, в общем, она у меня. Молодец, Джубили, загружай ее в вредоносный протокол. Спасибо, зверюшка. Папка Муравей может запульнуть нас в следующее место? Да, без проблем, если так и пойдет дальше, то мне понадобится микроавтобус. В смысле, микроавтобус, дошло? Папа, ты позоришь меня на глазах у людей X. Почему позорит-то? Человек-муравей всегда любил поприкалываться. Так, это из людей X. Какой-то новый там герой. Сейчас посмотрим. Все, ребят, здесь больше я не могу, потому что нам 6 звезд нужно. Понятно. Но, тем не менее, неплохо, ребят, побомбили. У нас еще вот будет обман зрения. Да ладно, еще и это, что ли? Вау. И здесь... Да, ребят, они, видимо... Да и здесь, что ли? Ёк-макарёк, они, видимо, ребята, снизили параметр. Ну-ка. Ну да. Видишь, герои сколько добавили? А раньше, по-моему, было намного меньше. Так мы тут, просто сейчас с тобой прапаемся. Ух, будет вообще чётенько все. Так, повысим Неблу. Так, ребят, Небла получила 4 звезды. Так, теперь Джубили, она должна у нас апнуться. Не знаю, насколько хорош этот персонаж, ребят. Ну, нормально. Нормально мы ее апнули, если честно. Так, Халк, тебе хватит?
Еще там, по-моему, чуть-чуть, да, не хватило, ребят? Вообще децл. Так, знаешь, мы как можем с тобой компенсировать недостающие эти? У нас, блин, 39. Все новые имбовые. По мне, Пегас имбовый захватчиков. Ну, Пегас, да, будет, по мне так тоже лучше, чем захватчики, если честно. Не знаю, у кого-то может быть, конечно, другое немножко мнение, но мне нравится. Так, сейчас мы с тобой здесь тогда что-нибудь. А, подожди-ка, а я могу здесь уже присутствовать? Вот сюда. Раньше не мог. Вал, расскажи нам о своем плане. Да, я тут уже сгораю от нетерпения. Хорошо. Как уже сказано, мы объединим силы Локи-подростка, Локи и Сильвии, чтобы завладеть силой Норн. Мы временно получим возможность изменить историю вселенной в грандиозных масштабах. Я думал, что Норны не могут влиять на измерения за пределами 9 миров. Ты прав, и все же. Во время битвы с Ультимусом Всеотец на моих глазах пытался сделать то, что сейчас пытается сделать мы, с помощью силы Одина. Он почти добился успеха. Но у него был только один Локи. Да, поэтому он потерпел неудачу. Но у тебя есть сила Одина из твоей вселенной, так? Верно, и в первую очередь мы должны найти того, чей след привел меня сюда. Того, кого зовут Канг. Нет, ребят, нельзя. Нельзя, потому что нам нужно 7 красных звезд. Только персонажи типа Мистик и Техно. 7 красных звезд? Это высокий, ребят, предел. Я бы даже сказал, бы это самый высокий предел. Так, ладно. А что я хотел сделать? Слушай, а ежедневки тоже поменялись? Ага, значит, теперь у нас тут призрачный гонщик крови будет разыгрываться. А вот что нам и нужно, ребята. 75 кредитов. Но здесь, чтобы их получить, нам придется, ребят, отхватить кучу звездюлей, если честно. Да тут куда ни плюнь, ребята. Я не справлюсь с такой мощью. Я, наверное, не справлюсь. Ну, можно попытаться, но... Но, по-моему, это бесполезно. По-моему, это, друзья, бесполезно. Возрождение всегда воскресит первого союзника, который погиб в битве. Окей. Ходим, мы первые. Мы. Да хрен там, урон нанесли. Ох. Мы урона-то почти не нанесли. Расколбасит меня здесь. Да ты запарил, блин. Смотри, псих какой, блин. Вшивый самурай, а? В
Вот этого надо говнюка валить. Или... или Росомаху. Давай Росомаху уничтожим. Попробуем. Ой, Росомаху, ну ты понял. Кто там упал у меня? А. Псих ты, да даст... Пипец, ребят. А, он, у него провокация. Еще и контратака. У нас иммунитет, правда, ладно. Если мне сделать... Ну-ка. Слепота есть? Есть, ребят, на него слепота будет промахиваться. Еее. Так, Омега, раздражаешь ты меня, если честно. Он сразу на себя, блин, бессмертие повесил. Давай попробуем. А, у него бессмертие же стоит. Все, бессмертия у него больше нету. Значит, мы его сейчас завалим, друзья. А, блин, он хильнулся. Goodbye. Да с этой шваброй я справлюсь. Даже ее на этом защита от смерти не поможет. Бедный железный человек, а? Только погибает. Все, больше нет у нее защиты от смерти, поэтому ей хана. Ну, как-то так. Как-то так. 364 ранг у меня, ребят, стал. Да. Слушай, ну омега мощный, омега мощный. Бомбит, конечно, блин, не по-детски. Псих, одним словом. Так, ладно, это мы с тобой здесь разобрались. Погнали дальше, ребят, нам надо. Мало будет, да? Все равно маловато пока еще. Так, что у нас тут? О, да, ребят, хорошая сферка. Блин, ну почему? Ну... Посолиднее-то ничего не могли дать. Ё-моё, ребят, ну такую фуфляндию сейчас подсунули мне просто. Дубликат. Одни дубликаты дают. Давай вот этот вот. Тоже дубликат. Прискорбно. Так, если я получил космо, я его могу прапать. Так, у меня же эти еще тут, ё-моё. Киллмонжер повышается в ранге. Давай. Шан-Чи. Поглотитель. Слушай, отлично. А космо, наверное, нет, ребят. Я даже его что-то сейчас... А, вот он. Нет. Да, космо еще рано. Там еще нужно половину. Так, ну что, мы тогда... Что там с Халком сейчас глянем? Там совсем чуть-чуть не хватало ему.
Есть. А тут... Блин. А я-то обрадовался, думал, сейчас мы его... Звездность мы ему поднимем. Поднял, называется, да? А у Таноса какого уровня? 14-го. Тут тоже нужен 80 уровень. Ладно, погнали дальше бомбить, друзья. Так, обман зрения. Чудно, за нами гонится Человек-паук и армия Мстителей. Стоило ради этого покидать Нью-Йорк? Шокер, будешь хныкать, и я тебе лично выдам Ультимуса. Нам срочно нужен план. Вероятно, я могу быть полезен вновь. Стивен, ты из нашего мира или... Нет, это мой дом. Я уже помогал Удару не так давно, но, к несчастью, сильно пострадал в последующем за этим хаосе. Я здесь в ловушке, но если дадите мне время набрать силы, я помогу вам сбежать. А я такой командой точно смогу что-то здесь сделать? А у меня, друзья мои, выбора нет. Уж извините. Был бы выбор, бы я бы что-нибудь другое прибрал. А так нет. Посмотрим, смогу ли я справиться с этой командой здесь. Ну давай, ты прогружайся, это быстрее. Что-то вот так долго там, блин. Ах, божечки, доктор Стрэндж, вы мой кумир. Не теряй голову, Чикита. Мы тут, чтобы победить его, а не автограф взять. А, точно. Я помогу, чем могу. Но если погибну, вы рискуете остаться в этом измерении навсегда. Так, доктора Стрэнджа нужно защищать. А у него уже здоровье почему-то покоцанное. По-моему, шанс есть, ребят. А она на Стрэнджа сразу нападает, да? Стерва. Такс, массовый сразу же. Серьезно? Ну я думаю, что им кранты. Да, довольно легко получилось, если честно. Чувствую, как сквозь меня течет энергия измерений. И наконец-то, моя мистическая сила. Стоп, что-то не так. Осборн, у нас проблемы. Принесет вам погибель. Короче, Стрэндж что-то предал их, что ли, не пойму. Ух, 200 карточек на леди. Это 100% сразу же ранг повышается, ребят. Как пить дать? Требуется 5 персонажей с 7 звездами, друзья мои. А у меня только 7 звезд у Дэдпула. О, друзья мои, хорошо-то как. Поехали. До сих пор отряд справлялся превосходно. Твои слова честь для нас, но впереди еще много сражений. Камеру Ника Фьюри охраняет много оскверненных наемников. Все еще хуже, через несколько часов его преобразуют. Нам не пробиться к камере за это время. Предлагаю иной подход. Пусть Арнкон притворится Ультимусом и проведет нас в камере Ника Фьюри с минимальными трудностями. Арнкон, что скажешь? Это лишь шаг на пути моего возмездия. Так, и здесь у нас вот такие вот ребята. Убираем сразу же. Этого тоже. Этого тоже.
Ну, в принципе, такой командой можно, ребят, сразиться. То есть у нас еще и этот парень. Да, прапываем старых бойцов, друзья мои. В этом ничего плохого нету, если честно. Здорово, Ультимус. Давай ты будешь лапочкой и скажешь мне секретный пароль, и тогда я не стану тебя колоть, стрелять, как самозванца. Пароль таков. Отойди, или я тебя пополам разорву. А вот и нет. Готовься к смерти, самозванец. Но он явно не один, потому что их 17 персонажей здесь будет. И я добавлю. Даже не стал воскрешаться, странно. Так, провокацию взяли. Я за Ультимуса не играл, поэтому, ребята... Ага. Сдуло. Сдуло. Ну, шикарно, что я могу сказать. Просто достаточно удара. Какой у них интересный уровень. Ну, явно маленькие, потому что эти ребята их просто... Просто в труху отправляют. Так, два кейбла. Было. Да? Ультимус какой-то слабый. Если он так слабак, с фигней тогда так дорого стоит. Да, три Дэдпула. Один Дэдпул. И кто последний? Дэдпул. Да! Кейдж просто как собаку выкинул. Кто-то включил общую тревогу. А у тебя глаза не светятся. Значит, ты собираешься меня освободить. Воистину. Рад всех вас видеть. Ходят слухи. Хотя уходить пора рано. Блин, что он несет? Рад всех вас видеть. Хотя уходить пока рано. Хотите возродить высший разум? Без ученой Кризары Лар ничего не выйдет. К вашему счастью, она здесь, в тюрьме. Так, а я могу дальше, интересно? 130 на Ника Фьюри. Тоже неплохо, ребята. Наверное, даже он у нас прапается. А следующую битву можно? Потому что здесь враги были слабые. Ну? О, да. Я в этой тюрьме только ради Зары Лар. Ученая Кри – последний ключ к возрождению высшего разума. Когда я узнал, что ее отвезли сюда, меня окружили войска Ультимуса. Я не стал рисковать и связываться с вами. То есть ты им сдался? Только чтобы узнать, здесь она или нет? Безрассудно, но смело. Все, что о тебе говорят, правда. Я просто рад, что вы, ребята, вовремя меня нашли. Давайте спасем Зару Лар и уберемся отсюда, прежде чем Ультимус о нас узнает. Так, 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 друзья мои, что же? Ну, такой команды я не знаю. Тут нету мощных ребят у нас. Мощных ребят нету. 50-40 уровень. Ну, посмотрим сейчас, опять же, ребят, как пойдет. Может быть, все даже будет великолепно. Кто его знает. Сейчас все посмотрим. Заключенный, стоять! Фьюри выбрался из клетки. Сообщите надзирателю. Отряд никогда... Некогда топтаться на месте. Быстро разделайтесь с ними. Давайте освобождать Зару Лар.
так никто и не против, вроде бы. А, Ультимус с нами, да? Понятно. Но это не Ультимус, это, ребята... Как тебе сказать-то? Чувак подделывается под него. Одним словом, так скажем. Хорош. Нормально. Блин, обожаю, ребята, массовиков-затейников, у которых массовые атаки есть, блин. Ну, еще шестеро, да? Готов. Так, он берет провокацию, да? Пробьешь пуншера? Вот сейчас мы его пробьем. А это последние, ребята, кстати. Все, два осталось последних. Ну-ка, пробьешь с удара? Нормально, ребята. Зарлар, мы пришли, чтобы освободить тебя. Готово возродить высший разум. Возрождение высшего разума в случае катастрофы — главная цель моей жизни, конечно. Конечно, дорогие мои ребята, я вам воскрешу и возрожу все, что вы хотите. 500 тысяч, пол-лем, ребята, бабла. Слушай, ну у нас как минимум два персонажа должны подняться по рангу. Это Ник Фьюри и Леди. Здесь сейчас понадобится 7 звезд, ребят, 100%. Ну да, да, тут даже лезть не буду. Так, дай-ка я гляну. Вот он, Ник Фьюри. Ну, я же говорил, что ты мне апнешься. Оу, еще ранг один. Вообще шикарно, друзья мои. Еще одной звезды не хватает ему. Так, и смотрим, леди, вот она, леди, ребята. Тоже, ребята, 6 звезд, шикарно. Так, вроде бы... Да, здесь вроде бы все. Продолжаем, ребята, нашу эпопею. Так, в этапах что тут у нас? Оки-доки. Так. Здесь у нас еще есть события. Да ядрен матрен. Вот, хочу Октопуса, ребят. Гидра продвинулась в разработках технологии управления разумом дальше, чем я рассчитывал. Они используют ее уже сейчас. Домино, боеголовка, бейте быстро и сильно, у нас мало времени. Не вопрос, босс. Уэйт, у тебя твоя обычная программа. Сей хаос. Без проблем, само, ну и моя верная палка и тонна пуль. Осторожно, Кейбл, ты рискуешь превысить свои полномочия. Позже меня отругаешь, а пока мне, у меня дел тут хватает. Нет, ну боеголовку явно я не буду брать. Это все под замену, ребят, идет. И Кейбл тоже, кстати. Такой командой, может быть, еще сможем противостоять, ребят. Посмотрим сейчас, как у нас тут получится. Так, это... На Октопус, да? Доктор Осьминог. Они прорвались через периметр. Сдерживайте их, пока мы готовим поле изменения сознания.
Ах, Гидра, наивно полагаете, что ваши щупальцы оплели весь мир? Ну так я сейчас вам покажу, что такое настоящая хватка. Так, чтобы выиграть, победить вражеских операторов. Слабоват. Друзья мои, тут надо этого валить. Почему? Потому что иначе он будет усиливать своих солдат. Так. Давай Кейбла, наверное, уничтожим. Ой, Кроссбоунс уничтожим. Да ладно. Халк, готовься. Инициализация устройства телепатического подчинения толпы. Идет зарядка. Блин, я же забыл, что мне надо их бомбить. Сижу тут, рассусоливаю. Минус один. Так, это, вот этого, да, еще надо вольнуть? А ну-ка. Черт подери, ну. Да хорош. Так, у нас что там по массу? Да есть у нас массовых атак? О, давай. Надо было сюда отпрыгать, парень. Вот же оператор стоит. Бомби ты его, в конце концов, уже. Стрэндж, ну что же ты так? Все, ребят. Твой прибор уничтожен, череп. Ваша база для Дума потеряна. А теперь, когда остались только мы с тобой... Где они? Хе-хе, твои дружки знают, что ты на самом деле ищешь. Эти громилы без интеллекта, сомневаюсь, что не в силах родить хоть одну мысль. Говори, иначе я сожму еще сильнее. А кто такой Кейбл вообще, я не могу понять. Где он вообще был? Почему он получеловек, полуробот или что у него там с рукой? Что за технологии у него такие? Ух ты, а это кто такой? А это кто такой, а? Интересный персонаж. Да, друзья мои, мы можем дальше продолжить. И последний будет до 7 звезд. Дом, Октавиус что-то замыслил. Следи за всеми шестью руками. В чем дело? Не уверен. Но что бы ни было, атака на казахстанский завод тоже к этому как-то относится. Так он идет? А, вот и вы, мои солдатики. Перед тем, как отправиться на последнее задание, кто-нибудь из вас знает, кто такие думботы? Робокопии доктора Дума. Надо же. Кому-то согревать себя холодными литверскими ночами. Отчасти правда. Эти роботы, которые составляют полицию Дума. А в этом бывшем заводе Альтрона Дум будет соединять Дум-ботов с технологией Альтрона. А затем разошлет их по всему миру. Точнее, он бы соединил и разослал, если бы на пути у него не встал Отто Октавиус. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ладно, друзья. Октавиус снова в деле. Будем бомбить. Будем, ребята, разбираться и с этим делом. Кстати, я сегодня, ребята, купил дополнение для игры Vampire Survivor. Так что в ближайшее время ждите. Я думаю, будет интересно. 9 новых персонажей, куча оружия и тому подобное. Ну надо же, Отто Октавиус, а я думал, что Дум уже тебя прикончил. Зато теперь у меня есть возможность сделать это самому. Ты, парень, клюв свой защелкни. Давай, капитан. Так, давай, наверное, вначале провокаторов уберем отсюда. Ух, не все так просто, ребята. Не все так просто. Эта армия уже посерьезнее. Так, Халк, бомби.
слабинку им. Так, у нас провокатора нету. У нас Капитан Америка, но это слабый провокатор. Лучше Кейдж пускай будет. С дополнительным бафом. Блин, бесявые, бесявые эти мусорщики. Нет, 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 нет. Вот тебя-то тут мне не надо. Так, Дэдпул, сможешь справиться с ней? Так вот тут. Вот ты бьешь-то, блин, мне надо вот Минерву уничтожить, блин. Кого-то возвращает, да? Нам пока не надо никого возвращать в жизни. Нам надо вот уничтожить Минерву в первую очередь. Ай-яй-яй-яй-яй. Регенерация есть, надеюсь, Капитан Америка. Нет. Его к жизни вернет только Стрэндж. Да и то не факт. Но мы посмотрим. Хотя нам тут не принципиально, чтобы все выжили. Но хотелось бы, ребят, конечно же. Давай. Америкашка. Да ты посмотри, что творит, а? Пробивай его нафиг. А, кроссбоунс там еще. Так, делаем регенерацию. Блин, этот какой-то кроссбоунс довольно сильный. Но здесь плохо другое, ребята, что их два. Если они хотя бы оба сделают по заряду, будет больно. Так, минус 2, да? Угу. Два последних остается. Так, кросса уничтожаем. И остается стервятник. Красавцы. Наконец-то, здесь, в этом сейфе, меня ждет то, что я искал с самого своего освобождения из адской темной темницы Дума. Руки вверх, Октавиус, все шесть. Не знаю, что тебе нужно, но знаю, что если маньяк чего-то очень хочет, нельзя допустить, чтобы он это получил. Кейбл, я просто возвращаю свое утраченное имущество. Здесь лежат вещи, что дом украл у меня. И они вот-вот расплавятся. Адамантиевые руки доктора Осьминога. Да? Свистеть ты будешь кому-нибудь другому. Так, ну и последнюю битву, ребята, нам, естественно, не дадут пройти, потому что там скажут, надо, блин, героев с семью звездами. Ну, в принципе, это справедливо, ребят. Это справедливо. Тем более нужны, требуются персонажи силы X, мстители первой волны. В общем, так, а тут что у нас такое? Экстремальные... Зловещесть. Не могу ничего посмотреть, ребят, не показывает. Так, ну что, у нас остается только два события. Это событие я не смогу пройти. Помните почему? Потому что, ну, слабовато у меня бойцы, к сожалению, ребят. Так, на кого мы сейчас получили? На доктора Осьминога, да? Новый ранг. Замечательно. 6 звезд. Так, тут что у нас? Завершаем этап. Ну и остается, ребятушки, последний.
Я вот не знаю, мы его сейчас будем проходить или уже нам завтра его бомбануть. Я, наверное, ребятушки, сделаю так. На сегодня мы закончим. Нормально побомбили. Вот. А завтра, завтра продолжим. Так, что у нас тут? Это ерунда. Ой, подожди, не ту сферу. Вот так вот. А здесь у нас... Понятно. Так, Майлз Моралес. И... Как ее? Феникс. Кристалл. Феникс, по-моему. Так, мы здесь тоже забираем с тобой. Да, ребятушки, пока уже все. Пока уже все. Не знаю, завтра что? Блин, какие-то здесь нужны персонажи, я уже не помню. Вот их надо прокачивать. Карнейдж самые сильные. Остальные все ребята просто... Просто слабаки. Кстати, а чтобы Грома получить, что нам не хватает? Раз, два, три, пять детей Эсгарда, да? С шестью звездами. Да. Грома мы еще долго, ребята, будем с вами. А тут... у Шури. Че, серьезно, что ли? А мы че, Шури полностью у нас прокачано, что ли? А здесь тогда что надо? Так, 5 людей Икс с 6 или более, понятно. Четыре агента с 6 звездами. Раз, два. Вот можно здесь. Три. Четыре. Три, четыре. Пять. Ну, есть. Колсона, в принципе, ребята, скоро апнем. На шестую звезду. Кстати, может быть, попробуйте его найти. Так, стоп. Что-то мне втирает, что Колсона нельзя искать. Ты что-то, по-моему, тут игра присвистиваешь мне. Так, где Колсон? Колсон, не прячься. Не пойму я, где он у меня. Кстати, осьминогу здесь нужно найти. Чё? Блин, подожди, давай вначале все-таки апнем Колсона. И сяпнем. Вот он. 14 карточек всего надо найти на него. Да в плане я не могу найти на него карточки. Блин, неужели... Понятно, короче, ребят. Колсон у нас не ищется. Я почему-то думал, что он у нас ищется. Где осьминог? Осьминог. Тогда давай... Да иди просто... Тогда давай попробуем на тебя найти. Поднять тебя по уровню. Так, не по уровню, ребята, а по шмоткам. Категория 9.
все. Категория 9 слабенькая, если честно. Да, тут... Вон, кинжал, кстати, можно. Она же вроде ищется у нас, да? Ищется, но у меня не открыто ищется. О, кстати. Кого можно найти? Офигеть, нашли. А так бы он тоже, ребята, пропался бы. Душ... Не знаю, там до шестой звезды или... До красной звезды, как они там пойдет. Ну, это, по-моему, не ищется парень, да? Ищется. Ищется, друзья мои. Новый ранг. Я бы, конечно, Серси хотел бы прокачать, но... Она не ищется, ребята. Также и Джиггернаут у нас не ищется. Ну да, Шури у нас почему-то, ребята, недооцененная сидит-то внизу. Без прокачки. А она бы очень хорошо, ребята, смотрелась бы в компании этих. В компании Черной Пантеры. Очень бы хорошо смотрелась. Так, ладно, друзья мои. Блин, здесь-то можно хоть его? Чуть-чуть. Потому что прям первый уровень меня как-то напрягает. Так, наденем все, что здесь пока надевается. Не хватает вот этого, да? Создать, надеть, улучшить. До четвертого уровня это стабильно, ребят, практически. Каждый персонаж после первой прокачки поднимается по уровню. Прекрасно. Не хватает всего лишь 18, ребята, карточек нам на Крейвена, чтобы открыть 18 карточек. Ну, здесь, если посмотреть по событиям, друзья мои, сейчас тут заберу. Если посмотреть по событиям, то это нужно, ну, я не знаю, там сколько примерно сделать. Ну, пройти арену там надо всю. Там участвовать в войне, блин. То есть блин, не здесь, да? Я здесь сейчас не покажу, ребята. Это немножко в другом. Это вот здесь вот. Вот. Десятка, да? И следующая будет... Вот она. И тогда мы откроем с вами Крейвена. И получится, у меня все будут, кроме, ребята, кроме кого? Нет, не все. У меня не будет гоблина. И не будет... крокодила. У меня только робот. И Крейвен будет. То есть командочка у меня не будет собрана вся. К сожалению, пока. Так, ну ладно, ребятушки, давайте будем на сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.